Я встал сегодня, быстренько оделся. У нас сегодня мероприятие такое ответственное. Она вот уже меня прибежала, Мирка, и сидит, ждет. Ну что, Мирулька, пойдем? Пошли. Она уже ждет, потому что у нас сегодня ответственное мероприятие. А какое, земляне, вы сейчас увидите. Пошли. Она уже знает, что сегодня будем делать. Там уже и Марсик собрались, все уже, и Жорик. А Мирка прибежала за мной. Говорит, хозяин, пошли быстрее. Пошли, что ты там? Она думает, что я заснул. Нет, я просто одевался. Там мне звонили. Вот у нас, смотрите, мероприятие. Все там собрались. Серега, Игорек. Ну, у нас вот, два Сереги. Один Серега садовник, другой Серега у нас Руссо. Это вот Сережа, который у нас... Весь сад этот вот мы начинали с ним делать. Вот все им сделано. Вон Игорек. А сейчас, ну что, пошли? Пойдем, все. Мирка меня, видите, вызвала, дождалась. Марсюнчик уже тут, он пришел, уже нервничает, ходит туда-сюда. Пошли, Марсюнчик. А мероприятие у нас такое, сейчас покажу. Такое очень даже мероприятие нужное, необходимое. Ну, в общем, Greenpeace нас бы, конечно, одобрил бы, и нам бы медальку бы даже бы выделил бы за это дело. А что мы делаем? Мира, отходи. Зайчиков нахватаешься. Мира, все, она меня привела, видишь. Доброе утро, Серега. Она ж прибежала за мной, пойдем быстрее. Там дела уже начали делать. Вы же раньше приехали с утра уже. Мы вчера решили, определились, как будем делать. А сегодня уже вот металл тонкий, но ничего, варится, да, Игорь? А дырки, если пробьешь, не страшно. Она не жалеет, тяжело варить. Ну, тяжело. Да там лишь бы она прихватила. Сейчас пойду расскажу. Пошли со мной. Так, тут тоже, вон, видите, у нас все, засор. Засор получился. Видите, вот это у нас здесь выходят листики. Сюда. В общем, это система для удаления, смотрите, видите, для удаления листьев всего. Готово, да? Сейчас, смотрите, видите, и все уходит в эту яму. Но, не, пошли туда, на ту сторону, я сейчас расскажу, объясню. Система работает таким образом: вода добавляется вон через тот шланг, видите. И потом уровень повышается, и она уходит сюда и за собой уносит. Видите, вон листики, все уплывает. Или ветер, например, подует. Или, например, когда Мирка прыгнет в воду, бывает. Сейчас ребята переходят на ту сторону, я пойду расскажу, объясню, для чего эта система. А уходя, вода с собой увлекает, там бывает и листики, и все. Но еще она и увлекает, знаете, кого? Лягушек. Да, здесь есть одно слабое место. Сейчас. Вот здесь тоже, видите, надо чуть-чуть движения, чтобы создалось. И тогда лягушки сюда нападали. Я снимал видео, вы видели. Вот видите щель. Вот сюда лягушечки все очень даже исправно попадают. Так, Мирка, отойди. Уйди. Вот везде свой нос суешь. Ну, это хорошо. Ты будешь вторым Марсиком. Да лишь бы как Игорька не искать потом в озере. А. Да, Игорек, не упадешь в яму, то... Да. Ты же тогда помнишь, теплица упала в яму? Да и сюда ты падал тоже. А, ну ты сегодня без сапог. Она обычно, когда в сапогах тогда падает. Сапоги остаются. Там, Игорек. Благодаря сапогам... И лезет, и в дырку. Вот, сейчас ребята отметят. Ты думаешь, это и хватит? Нет, Сер, не экономьте. Не хватит. Возьми целую. Да. А кусочки заберете на работу тогда, ладно? Вот сейчас они приварят сеточку сюда. И лягушки уже будут в сохранности. А то мы вчера с Викой, вчера или позавчера, не помню, спасали их совочком. Совочком, с этим,
с очочком. И Мирка нам помогала. Вот, видите, делаем такую защиту. Инструмент. Хорошо, что у нас есть везде розетки. Можно и сварку включить. Вон розетка там, видите. И болгарку. Ну вот, сейчас я пойду, расскажу дальше. Ну, пока иду, тут еще красота какая. Не трогай. Не собрались. Жорик, там же скользко. Вот это опасное место, конечно, тут скользко. Нужно поскользнуться. Но... надо что-то придумать будет. Но... ну ты пойдешь со мной, Мирка? Идешь? Научилась в воду залазить теперь. Вот эти все углы, тут отмель. И она их все обследует, он идет. Видите, листья собирает. Ага, ага. Все? Ну что, водолаз, хорошо, что я рядом. Видели как? А там глубоко. Ну, это хорошо, что она выплыла сама. И газа. Видел, Серега? Главное, нырь, потом бабах-бабах. Не, знаешь почему? Думаю, вот так сама нырнет. О, сама нырнет. А сможет ли? Где ты там, Мирка? Мирка? Где она? Ну что, нырнула? Понравилось, и опять туда. Мирка. Вот это ей с утра душ. Ну все, молодец, испытание прошла. Пойду я покажу, что мы сделали. Я тоже всегда, вот помните, она сюда нырнула. Первый раз вот здесь. Вот. Ну я покажу, даже вернусь. Когда я предложил пойти по мосту. Я говорю, ну что, Мирка, пойдешь по мосту? Или напрямую? Ну я не думал, что она напрямую. Помните, вот сюда она бубульк. И пошла на дно. Ну тогда она была маленькая. А сейчас она же большая. Видели, как она сначала погрузилась на дно. Ну как на дно? Голова торчала. А потом, значит, раз-раз, бултых-бултых, и по собачьей выплыла. Конечно, пловцы они не очень. Но все равно. Ну что, Мирка, испытание прошла. И вот я всегда переживаю, знаете как, когда она одна уходит, думаю, так бултыхнется и не выплывет. Ну, видели, испытание прошла. Она аж немножко ошалела от своего этот рекорда. Нет, бульдоги плавают. Они плавают. Ну, в основном как топоры, конечно. Но выплыть она сможет все равно. Видите, она теперь осмелела, все уже. Ловчиха. Ну, а я отвлекся. Смотрите. Марсик, ну все, иди. Марсик, все, иди, я тебя доложу. Марсюнчик. Марсюха, подходи. Вот, смотрите, что сделали. Видите, приварили такую решеточку. Она, смотрите, даже вот камешки, если попадутся, уже она их задерживает. Но сделано так, что, видите, вода проходит. Трава не будет проходить, а когда открываешь, все уходит. Опа. Вот такая реконструкция. Марсик. Марсик. Он же должен принять. Ты где? Где у нас завхоз наш? Марсюнчик. Пойдем. Ну что ты тут? Ну что тебе важней? Вот твои эти самые. Марсик, стой. Стой! Марсюнчик! Все. Все. Пошли принимать. Пойдем. Пойдем принимать. Приемщика веду. Видите как? С доставкой на место. Ну что поделаешь? Ой. Иди. Кто будет принимать? Кто у нас завхоз? Ой. Ох, Марсик. Тяжелый какой. Марсюня, глянь. Марсюнчик. Жорик, он тут все собрали. Приемная комиссия. Смотри, глянь. Глянь.
Только туда не пригони. Все, приняли? Приняли. Ну, Жорик не убегает, потому что это же дело связано с лягушками. И он думает, блин, закрыли, то бы они туда нападали, лягушечки бы. Хозяин открыл бы и насобирал бы мне. А теперь вот все изменилось. Придется мне переходить с лягушек на колбасу. Что-то я залюбовался бульдожками. Ладно, все, ребята продолжают, закончат. Сереж, ну тогда на работу, да? Ага, заканчивайте. Все, я поехал. А я поехал на работу. А тут жизнь бульдожья продолжается. Видите, теперь она уже с водой на ты. Но я все равно переживаю, потому что глубоко-то она, конечно, не пойдет, она сразу же к берегу. Это даже лирик, видели он как он? Раз так вот, заплыл и назад. Мирка тоже, она не особо плывет. Но, по крайней мере, в жару она теперь уже не страдает. Да и Марсик иногда заходит вместе с ней. А он, знаете, как заходит? Он прям разгоняется и так вот всеми четырьмя лапами. Бу-бух! И это. А я в это время рыбу ловлю. Так, земляне, все хорошо, но надо идти на работу. А пока идешь на работу, встречаешь вот разную красоту. Видите, вот они какие, лилии у нас зацвели. Ну все, всем пока, оставайтесь, все. Оставайтесь, Марсюнчик, оставайся за старшего. Я поехал на работу, пока.